музыкального направления особый дух. Никакой жесткой структуры, никаких правил. И в этом его прелесть, неповторимость и индивидуальность. Импровизация – вот главный козырь короля сегодняшнего вечера. Говорят, что в Одессе остановился джаз-экспресс. 25 апреля – Международный день джаза, друзья. Ну а мы с вами уже спешим в Театр музыкальной комедии, которая соберет на своих подмостках лучших исполнителей из Армении, Дании, Франции, Литвы и Украины. Welcome! Уже в холле театра нас и гостей вечера ждет сюрприз. Тут создает настроение прекрасный эстрадный оркестр «Вакула Бэнд» под руководством Владимира Вакуловича. В самом начале концерта за кулисами я попыталась узнать у звездных участников, что же нас ждет. Скажу вам честно, ответ был очевиден. Это будет круто! Это будет супер круто! Это будет круто! Это круто! Джазовые стандарты, импровизация, экспромт. Вот что ожидает гостей сегодняшнего вечера и, конечно же, нас с вами. Что такое джаз? Вряд ли кто-то решится объяснить, поскольку этого не стал делать даже великий в истории джаза человек Луи Армстронг. Он говорил, что джаз просто нужно понимать, и все. Поэтому сегодня, друзья, никаких слов, только музыка. Ну, почти. Музыка для меня – это все, это нить, которая ведет меня в разные страны музыкального жанра, в котором я расту, в котором я развиваюсь, в котором я получаю потрясающую эмоцию. Сергей Рахманинов говорил, что я на 70% музыкант и только лишь на 30% человек. А действительно музыка заполняет мою жизнь от и до. Что для меня джаз – это когда собирается много людей, чтобы получить удовольствие. Это когда люди собираются вместе и объединяют все самое лучшее, что есть в них. Тут и биг-бенд Николая Голощапова, и киевский детский джазовый бенд «Виктор Басюк Оркестра», и детский хор «Забава» под руководством Светланы Смирновой, несравненная Нелли Манюкян, харизматичный и зажигательный гость из Дании Грегори Бойд, квинтет Алексея Петухова, Денис Аду, Максим Кондратьев, музыкальная группа «Дюк Тайм», легенда джаза Владимир Тарасов и многие другие замечательные и талантливые музыканты. Это просто удивительный вечер. Вот и подошел к концу наш сегодняшний вечер. Мы получили невероятный заряд позитива и мега-драйва. И очень надеемся, что все это передалось и вам. Ну что, друзья, мы покидаем театр с глубоким чувством благодарности к артистам. И очень надеемся вернуться сюда снова в следующем году. Ну а нас впереди ждет только самое интересное. Спасибо, что были с нами. И до встречи на Первом городском.